Привет-привет! Ура! Мой влог начинается с косметики, с новинок Vivienne Sabo. Да, как всегда, упаковка имеет значение. Вот, здесь было все в такой косметичке. Давайте смотреть. Я кое-что заказала из того, что у меня закончилось. Вот этот вот карандаш 101 у меня закончился. Это мой был, это я его сюда кинула сразу вам показать. Вот, очень люблю его. Постоянно с собой в сумочке ношу, но 101 мой любимый. Вот дальше здесь три цвета помад, какой красивый вот этот. Как вы думаете, какой я первый протестирую? Конечно, красный. Вот так, и две новых туши. Все, я пошла тестировать. Кто здесь у нас читает, а? Сегодня получила заказ с сайта iHerb Love Letter, но перед тем, как я его вам покажу, мне хочется остановиться на нескольких деталях, потому что я не понимаю, почему люди боятся Love Letter, уже так все привыкли к iHerb. Вот, но с Love Letter по сей день с опаской заказывают, постоянно меня спрашивают, а это будет один заказ, а там не как-то по-другому что-то. Это все приходит в одной посылке, вот я вам покажу далее. Что такое вообще Love Letter, зачем он нужен? Я когда увидела, что появилось это приложение в iHerb, я очень обрадовалась, потому что, например, к нам в Молдову этих брендов просто напрямую заказать из Америки неоткуда. Вот. И надо через посредников, через какие-то доставки, а здесь все прямо на дом, за 3 дня мне приходит посылка, то есть быстрее просто некуда, цены чудесные просто. Теперь давайте все-все-все показываю вам подробно. Смотрите, я захожу на iHerb.com, и когда я ставлю страну, то уже у меня вот такой адрес получается. Но вы заходите на iHerb.com. Далее у нас появляется, что на компьютере, что на телефоне, iHerb Love Letter. Нажимаем на Love Letter. Смотрите, сейчас как раз скидочки идут на уход вот такой, на уход за полостью рта. И третье, это тоже какие-то must-have продукты для тела, я так понимаю. Вот, смотрите, здесь брендов просто очень-очень-очень много. Давайте зайдем посмотрим тех брендов, и которые есть у нас на рынке, да, как Maybelline, L'Oreal и так далее. Но замечу, что здесь оригиналы, да, то есть мы можем быть уверены, что это оригиналы, в отличие от наших магазинов. Но также есть и те марки, которые у нас не представлены, да, то есть вот Kaylin, Cargo, я заказывала это все, Smashbox, кстати, сюда переехала сейчас вот и корейская косметика, увидела Елизавеку, есть люкс косметика, как, например, Estee Lauder, Elizabeth Arden, Garnier, есть разные маски, кстати, все никак до них не дойду. Вот, в общем, выбор здесь огромнейший. Есть Moroccan Oil, Laura Mercier, вот видите, Agel. Ну, да, о чем мы говорим? Все, что хотите, практически. Вот, Lorac, я отсюда же тоже заказывала косметику, Lorac, палетку. И сейчас они сделали беспрецедентную акцию, если мы заказываем именно в приложении Love Letter с 1 марта по 15 апреля, и нам не подошел какой-то косметический продукт, мы можем вернуть свои деньги без возврата продукта. То есть мы отправляем письмо вот на эту почту, я оставлю и в инфобоксе тоже, и нам возвращают деньги за этот продукт. Все как в Америке, знаете, у нас же так легко не пойдешь, не вернешь какой-то косметический продукт, а в Америке это можно. И вот они решили сделать и для нас такое, но я уверена, больше чем уверена, что вам очень многое оттуда понравится, потому что я еще не разочаровалась абсолютно ни в чем, даже пробую какие-то новые марки, которые до сих пор не встречала и не слышала о них, даже из люкс-сегмента, вот. И я безумно рада, что у нас теперь есть доступ к этому приложению. Вот, когда я вам все рассказала, показываю. Это одна посылка, потому что в Инстаграме были вопросы. И что же здесь у нас? У нас здесь вот такой бальзам. Это, по-моему, только его с Love Letter я заказывала. Вот, такой красивый. Ой, а сзади еще красивее. Дальше. Это для высыпаний постоянно покупаю. Неплохое, но если такие сильные какие-то высыпания, то не помогает. Маски. Раз, два, три, четыре.
Так, это не маска. 5, 6. После сегодняшнего дня мне точно нужен релакс. Вот, по совету Лены 864 заказала это. Предыдущий Париж тоже по ее совету. Очень вкусный. Сейчас будем пробовать этот. Так, из-за чего, собственно, был заказ? Это из-за вот этой вот банки витамина С. Здесь 454 грамма. И эхиноцею. Вот. Дальше взяла еще такое кокосовое масло. Не пробовала никогда, говорят, что хорошее. Еще одна маска, но это уже под глаза. Дальше, гиалуроновую кислоту решила взять вот эту. Она мне когда-то очень-очень сильно нравилась. Я прям две баночки одна за другой заказывала. И думаю, что-то надо вот ее повторить. Обязательно понравилось. Вот это тоже уже повторчик. Хорошее именно вот это. Советую, прям увлажняет на ура глаза. И это не тот визин, который у нас продается, который там можно только раз в несколько дней использовать. А этот можно прям каждый день, прям перед макияжем. Просто потрясающий, бомбовский. Только из-за него стоит сделать заказ, если у вас сухие глазки. Кто работает за компьютером, да, вот как я, телефон и так далее. Еще с витамином С взяли вот такие... как их, чупа-чупсы. Так, а ну давайте смотреть, здесь есть сахар. Да, есть органический сахар. Вот. Для Эмильки заказала шампунь такой вот. А ну давайте сразу открою при вас. Посмотрим, как он пахнет. Кстати, он вообще никак не запакован, но и не открывается. У меня сегодня такая прическа. Я уже очень давно не делала вот эти вот локоны, да, как после косичек. Мне тут сегодня что-то захотелось. Вот, а я сейчас еду на лечебный массаж. Наверное, курс пройду, потому что после двух беременностей ношение на руках, вот, особенно Ками, она очень любит на ручках. Эми вот в этом возрасте была немножечко другая. То есть она вот самостоятельно, я ее просила, чтобы она на руки ко мне шла. А Ками нет. Мы только что закончили массаж. Чувствую себя другим человеком. Погода сказочная. Настроение весеннее, да? Хайда попикал маме. А, какая сладкая девчонка. Да, я была на массаже. И, конечно, он очень сильно отличается от обычного. Прям, знаете, у меня какая проблема была, то, что я чувствую, что сутулюсь, да, то есть это... А, еще. А, ну вот. То есть я стараюсь держать прямо спину, но я чувствую, что как бы я не могу расслабиться, да, вот полностью. И вот эта воротниковая зона, да, то есть, как мне там сказали, спазм, да, есть. И, соответственно, я не чувствую, чтобы она прям болела у меня, но есть какой-то дискомфорт. Так что будем исправлять. Ну, такая милая. Куда ты? Сюда, Камилёш. Аня. Хастерджи мы нуцели. Камилюш, хастерджи мы нуцели. Хай. Ручки вытираем, да? Давай, вытирай. Молодец, зайка. Смотри. Только что сделала распаковочку Фаберлик. Их новый каталог. Уже столько не смотрела каталогов именно вживую. Обычно все по интернету. Так, влажные салфетки универсальные для протирания пыли обожаю. Взяла обязательно губка ластик. С детьми это must have в доме. Как только что-то порисуют, быстро-быстро убирают. Это губка ластик. Дальше набор разделочных досочек. Как ею пользоваться, объясните. Здесь есть ножки. Здесь есть 4 досочки для овощей, для куриного мяса.
для мяса птиц. Вот. И это там говядина, свинина и рыба, да, то есть для каждой свой вид досочек. На этой, наверное, тоже можно резать или нет. В общем, сейчас буду читать, смотреть, как другие пользуются. Взяла себе вот такого цвета полотенца. Жаль, что у них белых нет. Я очень люблю белые полотенца. Вот, качество хорошее. Я уже год с чем-то пользуюсь. У меня есть розовый, у меня есть мятный. Так, еще по три пары в каждой упаковке носков. Белых носков много не бывает. Недавно разбила вот такой кувшин мерный. Он очень хороший. Прям вот удобный. У меня были другие стеклянные. Это пластмасса. Но все равно вот бьется. Так, постоянно им пользуюсь. Вода, мука, молоко. Все здесь. И колготки еще. Эти почему-то пришли темно какого-то бронзового цвета. Я такое не ношу. Не знаю, как я их вообще заказала. Вот, ну... Что делать? Вот. И такие нормального уже цвета. Плюс у них вышел еще новый кислородный отбеливатель Extra White. Вот. Тоже будем пробовать. Наверное, даже прям сегодня. Так. Вот такое среднее полотенце. И вот это вот большое. Там еще третье есть, но оно совсем маленькое. Вот. Поэтому один раз заказала, мне не понравилось. А вот эти хорошего размера. И снова то, что у меня еще появилось, вот такой аромат для дома, называется он Эпсилон. Это серия таких роскошных, шикарных ароматов для дома. Литва, по-моему, производит, если я не ошибаюсь. Для машины я взяла гранатик, вот, потому что все-таки детки, да, и домой хотела тоже гранат, но его не было в наличии. Вот, а здесь вообще аромат. Ну, потрясающе, я не знаю, как его описать, мне очень нравится. Я чувствую здесь малину, ваниль и фиалки. Вот эти именно три ноты я чувствую, но здесь можете почитать про другие. Вообще здесь 6 стиков, видите, такая роскошная упаковка, черно, стильно, красиво. Вот, сам флакончик выглядит вот так. Я сначала поставила 3 белых палочки, потом такая, нет, что-то слишком, 2 убрала, потом уже оставила 1, и в итоге я его немножечко закрыла, не потому что он навязчивый, потому что все-таки детки, и он чувствуется, я не знаю, как они его ощущают, да, поэтому я периодически его теперь закрываю, открываю, ставлю всего лишь 1 палочку. Говорят, что с 6 палочками его хватает на 90 дней. Я думала, что он будет стоить гораздо-гораздо дороже, но у него стоимость просто чудесная. Домой, когда заходишь, аромат, ну, роскошный. Я не знаю, как его описать, я не умею описывать ароматы, но если вы увидите вот такого производителя, обязательно понюхайте все эти ароматы. Я не могла от них оторваться, не знала, какой выбрать. Там есть и просто такие моно, да, вот как гранат, как виноград, по-моему, был. И есть вот такие, как парфюмы, как парфюмерные прям композиции. Ну, очень-очень. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time.